Привет, меня зовут Раиль, это Хижина Музыканта. Сегодня у нас третья часть «Баянист в чат-рулетке». Друг, поставь лайк, напиши любой комментарий, ты этим поможешь продвижению моих видео. Погнали. Привет. Привет. Играй, пожалуйста, пожалуйста. Точно? Да. Вот давай. Это ваша мелодия, смотрите. Потом номер свой скинешь внизу. Давай. А, хорошо, смотри. Знали? Да, только я не помню, как она называется. Ламбада? Пипец. Ты даёшь. Очень классно, очень классно. Тихо, тихо, у тебя есть девушка? Нет. О, появилась. О, все, да? Как тебя зовут? Виолетта. Виолетта. Меня Раиль. Угу. А ты откуда? Из Казани. Угу. А ты откуда? Вы откуда? Мы из Ростова. Ага, ну не так далеко. Да. Что, обменяешься контактами? Да. Инстушкой там. Ну все, раз нашла Виолетта, может дальше не сидеть уже чат-рулетки. Пойти ты чем-то. Ты встречаешь? Ну мы же все встречаемся. Король Джулиан. Привет. Привет. Как жизнь? Тихоньку. Это аккордеон. Второй раз не могут выговорить, прям точь-в-точь. Нет, это не аккордеон. Нет. Есть попроще слово, из четырех букв баян называется. Баян. А, да, баян. Пианино. Я не просто играю на баяне, я еще научился совмещать с битбоксом. Вы, наверное, такой не видели, да? Давай. Попробую. Второй раз слышу это слово. Прикольно, все чаще входит в обиход, видимо. Привет. Приветик. Что делаешь? Ничего. А вот к этому хорошо относишься? К баяну? Да. У меня бабушка умеет на баяне играть. Здорово. Тебе повезло. Да, мне я всегда нравится. Всегда нравится, как она играет. Ты любишь, когда быстро играет? Да. Сейчас попробую что-нибудь, смотри. Давай. Блин, просто надо тушить. Идеально. Просто что я могу сказать. Спасибо. О, ты оставишь свой инстаграмчик? Да, конечно. Здорово, давай. Мы ждем песни, мы можем тебе попеть. Давай, ты играем, будем петь. Давай, подпевать. Знаете испанский? Погнали. Испанский нет, а мы слышим. Чё? Ты подавилась? Пожалуйста, не пиши! Я тебя знаю! Стукните её! Раиль. Я тебя видела, у меня одногруппница к тебе попала в выпуск. Да? Как ее зовут? Снежана. Могу тебе сыграть что-нибудь? Я для этого сюда зашел. Давай, давай, я послушаю. Так, 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 что бы тебе... Такая вещь.
классно. Она даже лезгинку как будто бы напомнила сейчас мне резко. Ага. Ну, на самом деле, что-то такое немецкое вроде. Прикольно. Но ты не против попасть в выпуск кусочек там? Возьму да, с тобой. Не против. Будешь хвастаться? Квадрушка. Я не ожидала тебя увидеть здесь. Ожидала? Нет. Не ожидала, а... Я в первый раз вижу здесь мальчика с баяном. Вот, молодец. Да, я первый баянист чат-рулетки. Да. Необычно. Что думаешь, сейчас буду смуглянку играть? Нет. Катюшу. Нет, вам точно зайдет кое-что другое, вот такое. Молодец. Все-таки ладно. А, поняла, да? В конце? Эх, ладно, поехали. Сразу надо было, Катюш, что я туплю? Что еще больше? Не, что-нибудь современного. Современные? Только не Моргенштерна. Да, на баяне это, наверное, будет ужас. Современные. Ну, вот такая вещь, смотри. Как будто узнал. Что-то знакомое. В танчике играть, что ли? Это саундтрек танчика. В натуре! И звали. Ты это играл. Блин, я забыл, как называется. Че ты играл это? На гармошке. На губной? Ой, ну на обычной этой. Не знаю даже. Ха, ну тогда вот. А, помнишь такую мелодию? Есть прикольно, смотри. Это же в мире животных мелодия. Я поняла. О, привет. О, привет. Сыграешь? А, да, сыграю. Как раз сыгралась. О, классно, давай. Ты так прекрасна, моя любовь. Как много лайков у нас с тобой. Молодец, вот классно. Так. Я бы тоже хотел много лайков. У тебя много лайков? Не-а. Ты записываешь видосы? Не-а. Эх, печально. Для кого играешь? Только здесь? Ну, для себя, здесь, для друзей, для семьи. Буду играть и выходить в город. Ну, у тебя класс получается. Покажи гитару, какие у тебя там наклейки есть. А, у меня вот. Это большинство нарисовала подруга. А, прям. Я все приклеила. Ну здорово. Прикольно здесь смотрится. Здесь есть Гарри Поттер, здесь есть Country Human, здесь есть мультика, здесь есть сериал, ага. Здесь есть какой-то персонаж, здесь есть 5 ночей с Фредди, еще какой-то персонаж, еще из Undertale, и где-то здесь. И здесь еще есть из фантастических тварей.
Ага, фантастический твой. Ну, нормально, я сам жду третью часть. Ждешь? Я жду, но как бы там Джонни Депп больше не играет Гриндевальда. Да? Да. Ну там, и ладно, чё. Он проиграл во всех этих. Его сняли даже с «Пиратов Карибского моря». Он теперь нигде не будет сниматься. И его взяли... Его возьмут на ремейк «Семейки Адамс». Макароны очень вкусно. Мы ебашим макароны. Макароны очень вкусно. Это кто? Ты что там смотришь-то? Ну, а я блогер. Переключайте. Зачем? Мы с тобой окажемся в этом. В жопе. Класс, спасибо. Вот здесь. Вот здесь. Читай. Чё? Хижина музыкант. О, класс. Всё. Классно, мы теперь еще. Подожди, подожди, еще раз так сделай. Как? Так? Вот так вот, поставь. У тебя ковер такой же, как и у меня дома. Да? Да. Серьёзно, вот точно такой же. Не думал, что кто-то порадуется этому, но здорово. А почему у тебя ковер? А мы будем популярными. Конечно, к нам очередь встанут на трассе. Полурасисты.